Ежегодный митинг в память о жертвах аварии на Чернобыльской АЭС прошел в Ставрополе. Перед мемориалом чернобыльцам собрались жители города, школьники, ликвидаторы аварии, семьи, потерявшие родных, а также представители власти. Все они пришли, чтобы снова сказать спасибо тем, кто не дал трагедии достичь более крупного масштаба. Мы ежегодно собираемся здесь на мемориале людям, которые выполняли свой долг по ликвидации аварии на Чернобыльской АЭС, которые отдали жизни за то, чтобы эта радиация дальше не распространялась. Это, конечно же, очень важно. Мы должны помнить тех людей, которые с ценой своей жизни предотвратили действительно катастрофу для всего человечества. В ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС приняли участие более 5000 жителей Ставропольского края, среди которых был и Евгений Котельвец. Во время атомной катастрофы в Чернобыле он проходил службу в полку тыловых частей Балтийского военного округа. Поэтому из-за географической близости с электростанцией их часть в полном составе была направлена на ликвидацию последствий аварии. В течение 3 месяца занимались вопросами дезактивации, мыли здания, очищали населенные пункты. Старались выполнить свою задачу. Работы проводились, в 5 часов утра вставали, в 6 часов утра мы уже выполняли, выезжали на выполнение задач по ликвидации последствий аварии. Участники мероприятия почтили память погибших в радиационных катастрофах минутой молчания. Затем вместе с главой города Ставрополя Иваном Ульянченко горожане возложили цветы к мемориалу ликвидаторам аварии Чернобыльской АЭС. Никита Лукьянченко, Вячеслав Юшкевич, АТВ Ставрополь.